Канал из Москвы в Израиль. Это наша серия съемок про пляжи Эйлата. Сегодня мы на городском пляже, если я его правильно называю, Хашафрим. Но, в принципе, здесь плеяда из городских пляжей. Они примерно одинаковые, находятся в заливе. Вы увидите по видео. Здесь очень спокойная вода. Единственное, что здесь практически нету рыб. Поэтому этим отличается. Но если вы приехали в Эйлат просто покупаться, то лучше, наверное, на наш взгляд, из всех наших, того, что мы посетили, смотрите наши видео по пляжам, это самое лучшее для того, чтобы окунуться, спокойно посидеть в воде. Даже сейчас, вот октябрь, конец октября, вода довольно нормальная, в ней можно спокойно купаться. Мы вам покажем, люди сидят, практически даже не плавают, находятся в воде. Солнце греет очень сильно. И самое главное, здесь потрясающие виды. Горы, спокойное море, за мной вон отели, мы тоже покажем вам. Здесь есть спасатели, навесы, зонтики, можно взять лежаки, стулья. Так что для отдыха просто вот морского, лучше эйлатских пляжей, именно городских, мне кажется, не найти. Они здесь, ну вот протяженность идет... не совсем большая, но сейчас в связи с, наверное, и пандемией, и всем остальным, людей практически нету, так что мест под зонтиками полно, ну и в море практически тоже никого нет, так люди более-менее плавают и купаются. Поэтому выбирайте именно для семейного и для отдыха с маленькими детьми вот эти городские пляжи. А остальное вы можете посмотреть в наших обзорах. Они есть, пляжи с кораллами, пляжи, которые надо отъехать от Эйлата где-то километров 6-7. Вы увидите. Это канал из Москвы в Израиль. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и следите за нашим путешествием в Эйлате, ну и вообще по всему Израилю. Всем пока!